Ребята, всем доброе утро. Пусяша только что проснулась. Она, кстати, у вас кошки во сне мяукают, дергаются, потому что нашей Пуме часто что-то снится. И вот она постоянно дергается, мяукает. А потом от того, что она мяукает, мурчит, кряхтит во сне, просыпается и потом зовет нас. Я ее глажу, она успокаивается и спит дальше. Да, козюлечка маленькая. Маленькая козюлечка. Я сегодня все утро занимаюсь правами, я попила кофе, даже сегодня позавтракала, возвращается ко мне аппетит. Я съела кусочек хлеба с авокадо, запила это все кофе, и вообще так хорошо стало. Я все утро занимаюсь правами, делаю тесты, вот, и сейчас... Что? Сейчас я доделаю то количество тестов, которые я себе сказала, что я обязательно их сделаю. Мне осталось немножко. Вот. И потом пойду готовить обед, потому что ну, уже прилично скоро уже будет возвращаться домой Ваня. И поэтому на обед я сегодня хочу приготовить омаров, которые мы купили. Я уже нашла в интернете рецепт на ютубе, который мне... приглянулся, понравился, и я решила, что я тоже так сделаю, у меня все ингредиенты есть, так что будем сегодня у нас обедать омарчиками, я покажу, как я их буду готовить, надеюсь, у меня все получится. Ладно, как по поводу того, как я себя чувствую, на самом деле я утром и днем чувствую себя прекрасно, ну, конечно, там мешают сопли, все дела, но, а так, в целом, я чувствую себя хорошо, возможно, я даже сегодня в спортзал пойду, ну, не знаю, посмотрим, потому что ближе к вечеру обычно я начинаю себя очень плохо чувствовать, надеюсь, что сегодня вечером я буду чувствовать себя хорошо, потому что столько планов, столько дел, не хочется это все дело откладывать из-за болезни. Ладно, все, буду я продолжать заниматься тестами, и сегодня еще хочу записаться на экзамен, чтобы уже к точной дате пройти все тесты, подготовиться хорошенько и пойти сдать экзамен. Я переживаю, я боюсь, я уже намного лучше делаю тесты на самом деле, но ладно, буду делать дальше. Я уже на кухне, сняла резиночки с клешней омара, оторвала им хвосты, прокрутила. И сейчас мне нужно будет ножницами сделать надрезы, я себе включила видео. В общем, хвосты омара я буду делать в духовке, а вот клешни я хочу сварить и достать их оттуда. Поэтому я поставила воду, чтобы она закипела, посолила ее. Жду, когда она закипит, и потом оттуда опущу омарчиков, ну вот, остатки. Голова, в общем, не естся, ну, как бы, кто-то ест, кто-то нет, но вообще в идеале ее никто не ест. Вот, а в клешнях очень много белого мяса, поэтому клешни тоже кушают. Вот, так что эти красавчики пока тут... ждут своего часа. Они, кстати, сырые, они не приготовлены. Мясо абсолютно сырое. Вот, так что сейчас я это все дело буду разрезать. Вот, смотрите, какие красивые у меня получились хвостики. В общем, нужно вот так вот разрезать хвост, достать оттуда мясо, но не до конца, и положить вот так вот сверху. Разрезать, как у креветки, и вытащить все лишнее. Так, теперь это мясо нужно обязательно посолить. Я буду использовать вот такую вот розовую соль. И немножечко можно смазать оливковым маслом. Но это по желанию на самом деле. Но я чуть-чуть совсем смажу. Вот. А дальше нам понадобится сливочное масло. Сейчас еще почищу чеснок, зубчик чеснока и петрушка. И тут у меня уже варятся клешни омара. Хвостики я отправила в духовку на 12 минут. Я засекла время. Сейчас 30 минут. Так что ждем. Через 12 минут мы их достанем. Прошло 12 минут. Я их достала с духовки. И теперь их нужно смазать вот этой вот смесью. Сливочное масло с чесноком и петрушкой. И я еще добавила сюда перчик, разные специи. Так что сейчас нужно это все хорошенько смазать.
И вот такую красоту опять отправляю в духовку, но я уже включила режим гриля и, в общем, конвектор, как-то так он называется, в общем, под гриль. Теперь отправляем это все под гриль и доводим в духовке до золотистой корочки. Ну что, обед готов. Я достала еще мясо с клешней, отварила еще парочку креветочек, ну, чтобы салат был более такой сытный. В общем, сделала веночек из листьев салата, порезала сюда желтый болгарский перец, авокадо, потом положила морепродукты, ну и в центре, естественно, хвост омара. И все это дело заправила, сделала заправку, лимонный сок, фисташковое масло, оливковое масло, орегано и соль. Все это хорошенечко перемешала и еще добавила туда совсем немножко вот этой вот смеси сливочного масла, чеснока и петрушки. Все это хорошо венчиком перемешала и, в общем, заправила веночек этот, салатик. Так что мы сейчас будем с Ваней обедать. Всем приятного аппетита! Мы вышли с Ваней немного прогуляться, сегодня очень тепло, даже можно сказать жарко. Я сегодня в белой маечке, в шортах, очень хорошая на улице погода. И Ваня сказал мне, что лучше, наверное, сегодня не нагружать тело, поэтому я, наверное, уже с завтрашнего дня начну ходить в спортзал. Сегодня еще отлежусь. Мы сейчас решили прогуляться, нам если в одно место нужно хорошо сходить. Хорошо себя чувствуешь? Я думаю, нужно еще денек. Хорошо себя чувствуешь. Угу. Потом сразу пойдешь и, ну, нафиг, лучше отдохнуть. Я сегодня сам пойду. Позанимаю. Что я-то пропустил вообще, ого-го. Ой, держи. Ого-гошеньки. С этими, с вырыванием зубов. Ну да, я тут ходила. Угу. Я и дома занимаюсь. Ну, я там подтягивался, вы помните. Ну и то, когда мне только вырвали зубы, я не хотел подтягиваться, потому что кровоточило и что-то не хотелось. Вот, но я вчера ходил, подтягивался, нормально так, и вот сегодня уже иду в спортзал, так что, ну, я чувствую, кстати, хорошо себя, нет такого, что там мышцы стали какие-то ватные, еще пока не успели, все ненавижу, когда пропускаешь, потом вот это вот, мышцы болят, лучше не пропускать, лучше не пропускать. Тут, кстати, мы снимали как раз таки в этом месте видосик. А тогда вода здесь была в ручейке или не было? Не было. Тут отдыхают. Ну, мы осенью снимали. Как раз Надя Луки снимали, где помогла снимать. Угу. Ладно, идем. Смотрите, внимание, шикарные пионы подарили. Вообще. Такой молодец, Ваня. Кстати, у нас в Испании вот эти вот светлые пионы, светло-розовые, их очень редко продают. В основном вот такие вот яркие какие-то, насыщенные. Это тоже пион? Да. Только он раскрылся весь. На гвоздику похож. Ну, чуть-чуть. Мы, кстати, зашли в аптеку, купили зубную пасту, пластыри. Потому что я натерла себе ноги тапочками. И мы еще зашли к ортодонту, записали Ваню на первый прием. Вот, и мне там нужно было спросить, нужно ли мне сейчас вырывать зуб там и лечить, либо это сделать уже, когда брекеты придут. В общем, мне сказали зуб пока не вырывать, что мне поставить брекеты, и потом врач сам назначит мне день, когда мне нужно будет его удалить. А кариес, у меня там есть один между зубами, в общем, его так не видно, только когда делаешь радиографию, только на радиографии видно, что у меня там есть кариес. Поэтому рентген. Не лечить. На рентгене. Ой, на рентгене, да. И уже сказали, что мои брекеты уже идут. Что совсем скоро мне уже позвонят и поставят. Что уже заказали, уже все, их отправили, они уже идут в Испанию. Крутая будешь ходить с железками во рту. Да. Ну что, идем? Вернемся так же, как пришли? Ну да, наверное, пошли туда. Вот. А я как раз в понедельник узнаешь, ну, мне скажут, и уже, я думаю, это будет окончательное мнение. Я думаю, в принципе, то же самое мне скажут, мне кажется. Ну, что мне все два доктора сказали одно и то же. Просто покупаешь эти Invisalign, вот это вот ужасное название, вставляешь на зубы и живешь спокойно. Я думаю, мне тоже, ну, что я брекеты не хочу. Я хочу снимать их, чистить нормально.
и лечить потом можно. А хотя лечить, наверное, тоже проблематично. Они же делают универсально, ну, как бы для зубов. То есть, если потом лечат, нужно, чтобы они так же самое, да, были? Да. Зуб выглядел так же самое. Там, ну, это все вопросы нужно задать за ортодонта, он тебе все объяснит и расскажет. Но я думаю, ты тоже все в этой клинике сделаешь. Ну да. Тебе очень понравится врач. Удобно, что вышел, и тут у нас не нужно в Барселону ехать, чтобы в Барселону не наездишься. Что вот эти вот пробки, еще время неудобное там постоянно. Вот. А, ну, зубы, наверное, мы туда поедем, да, лечить? Да, наверное. Мне еще чистку нужно сделать. Да. Ненавижу чистку. Мне лучше пусть зубы вырвут, чем чистку делать. А, такой... Нет, чистку тебе сделают. Смотри, если ты будешь делать зубы здесь, в этой клинике, то в стоимость входит чистка, и тебе перед тем, как их ставить... А, они делают чистку? Да. А, ну тогда и все. Так что можешь, ну, не париться. Ну, у меня еще кариес есть. Ну ладно, все, топаем. Я только что закончила подрезать свои цветочки, свои пионы. В общем, в этот раз я решила сделать вот такую вот композицию. В общем, я видела, как флористы как-то так собирают цветы, и они получаются такой вот шапкой. Не просто вот собрала их в кучу, а именно вот так. Я попыталась, ну, я первый раз это делала. В принципе, мне нравится, как получилось. Не идеально, конечно, что здесь вот как-то плоско, но, опять же, люди этому учатся. Вот, но мне нравится вот эта вот сторона. Классно, она такая пышная. И вот парочку пиончиков в маленькую вазочку поставила. Так что поменяла, ну, точнее, набрала свежую воду и отнесу сейчас это все в зал. Я тут немного привела в порядок квартиру, убралась, как кому больше нравится, цветочки, зажгла свечи, набила побольше подушки, вот, и одну убрала, потому что нужно купить, чтобы наполнить вторую, чтобы она прям такая вот пушистая была набита, нужно еще будет купить, съездить в китайский магазин и там купить эти подушки-наполнители, вот, ну так выглядит получше, вот, пусечка там, пума, ку-ку. Вставила сюда фотографию, наконец-таки, в эту рамочку. Выбрала вот такую вот фотку. Мне кажется, она очень красивая, такая нежная. И отлично сюда подходит. Дожду Ваню, когда он вернется уже с тренировки. Насколько я знаю, он поехал на мотоке. Но моток вроде там еще не приехал. У нас небо что-то затянуло. Наверное, дождик будет. Не знаю, смотрим. Ой, красотища. Блин, надо установить приложение, чтобы включать вот эту вот лампочку. Вы что, тут Ваня лампочку? Philips поставил. И можно через приложение ставить, чтобы она светила вот так вот теплым светом, таким неярким, тусклым, тогда больше уюта придает. А я тем временем вообще собираюсь идти готовить ужин. На ужин у нас сегодня будет курица и овощи, и гречку я Ване сварю. Я что, сейчас буду готовить кушать. Мы сейчас с Ваней будем ужинать, у нас немножко разный ужин. Я себе сделала овощи и куриную ножку в духовке и чуть-чуть совсем положила себе салат с майонезом и луком. А у, да, Вани... у меня все наоборот. Гречка с кучей масла, да. Салат, помидор, майонез, лук. И жареная курица. Не то, что там всякая там с духовки. Жареная, побольше там всего. Там холестерина, Ваня... всего вот этого вот хорошего. И томатный сок Ваня забацал. Сольку, да. Перцем, оливковым маслом, очень вкусно. И лимонный сок. И лимонный сок. Да, очень, кстати, кто не пробовал, так попробуйте добавить. Вообще очень классно. Это рецепт папы так у меня делает. Угу. Раньше не любил томатный сок. Ну, бывает прям очень хочется. Ладно, все, приятного аппетита. Приятного всем аппетита. Потом вам скажем, как он называется. Это тайна. Ваня спрашивает, долго у нас еще так будут тюль, шторы висеть? Я говорю, завтра подрежу. И он так рассмеялся, ему, бедняжке, так стало смешно. Мы сейчас смотрим сериал «Юный...» Шелдрей, короче, неважно,
Шелдон, вот, юный Шелдон. Обалденный сериал. Там такая угарная бабуля просто, просто зашкаливает. Ой, ладно, все, ребята, всем спокойной ночи, увидимся с вами завтра и всем пока-пока.